Всем привет, вы на канале PlayPanda, у нас сегодня Visage, вышло буквально вот 5 дней, 6 дней назад, и это хоррор, в котором нам нужно будет попасть в какой-то особняк и там разгадывать что-то. Visage будет непросто, вам понадобится терпение, скрупулезное внимание к деталям и умение рационально использовать ресурсы. Удачи! Visage была в раннем доступе аж с 18-го, по-моему, года, если я не ошибаюсь, если мне память не изменяет, я читал про это. И сейчас она вышла в полной версии, то есть это как релиз уже получился, 29, по-моему, октября. Вот. Мы попадаем в какой-то особняк, заходим в какой-то особняк, что ли, и разгадываем тайны, которые для нас спрятало что-то. И мы должны оттуда выбраться. Set Square Studio представляет. Мы слышим, как кто-то плачет. Что же происходит, интересно, там? Пистолет? Револьвер. Красивенько все так. Графика стоит на высоких, на всех, но не на максимальных. Потому что я что-то решил, думаю, ну его нафиг с максимальными с этими. Лучше пусть оно будет стабильно в 60, чем оно будет проседать там до 50-40. И будем мы страдать из-за этого. Лучше пусть 60, но на высоких. Оно вообще мне обнулилось и сказало, что ну нахрен тебя, и на тебя вообще все низкое и самое маленькое разрешение. Я думаю, ну ладно. Руки, нифига себе, у тебя здоровые руки. Руки опухли как-то. Странно. В рулетку, что ли, играем или что? Или мы сейчас кого-то будем стрелять? Пока непонятно. Девушка какая-то сидит и думает, что мы ее не убьем. Нет, я не хочу пропускать заставку. Если я нажимаю на какие-то кнопки, это не значит, что я хочу пропускать заставку. Нравится мне хоррор в последнее время. Если ты знаешь какие-нибудь хорроры, в какие мне стоит поиграть, напиши мне в комментариях. Ну и пока ты сидишь со мной, смотришь заставку, подпишись на канал и поставь лайк под это видео. Ну заряди ты уже в конце концов. Мы уже устали сидеть и ждать. Так, я забыл включить кое-чего. Ой, ни хрена себе, их тут двое, что ли, сидят уже. Я сейчас застрелюсь сам, походу, да? Нифига себе, ты их тут насажал. Я так понял, это вся семья. Это мама, папа и дочь. И я так и знал, что он застрелится. Просто после такого дела-то вряд ли кто-то захочет жить. Зачем, правда, других убивать? Непонятно. Застрелись ты сам, и все. Как будто убудет, блин. Все равно сдохнешь. Какая разница-то? Нифига себе. Это я что, это живой, что ли, остался? Или что? Темно, конечно, я не знаю, как будет это видно на Ютубе, потому что... Хочу заметить, это хоррор, и любое движение здесь может быть сопровождено этим, как его сказать, вспышками всякими, еще чем-то там, короче... Здравствуйте. Алло. Взаимодействовать. Hello, Twain. It's Rose, your neighbor. I know it's late, and I know that I tend to be a little anxious about small things. Какие-то маленькие вещи. I apologize for that, but I'm getting a bit worried. I haven't seen you out of the house in about 3 weeks. Is everything all right? Could you call me just to let me know everything's fine? All right. Bye-bye. Понял только что, что это вот какие-то маленькие вещи, и все хорошо, и бай-бай. Так, ладно. Мы ходим, изучаем пока домик. Взаимодействие. Что сюда можно поставить свечи. Это хорошо. Хорошо, что сюда можно по... О! А кто это у нас такой маленький? Термос, что ли? Термос. Это банка. А...
А чё это я? А как вращать-то? Не понял. Вращать я понял. Ну, брось. Левый изучить. АС повернуть. ВД увеличить. Непонятно, ни хрена. Ладно. Крафтовое пиво. Брось. Как его бросить? Просто уронить, я понял. Так. Кто-то здесь любит пивчанский, я так понимаю, да? Кто-то любит пить пиво. Опа. Включим свет, хуже никому не станет от него. Привет, котик. Классный, кстати, в домовенке Кузи такой был. Кто смотрел, тот поймет. Фотография. Изучить. Как там изучить? А, это уже изучение. И дети какие-то. Зачем тебе дети нужны? Вот чужие дети на фотографиях. А может, это наши дети? Коробка. Вращать. Прекратить изучение. ВД повернуть. А можно как-нибудь потрясти, типа, чтобы оно было вот так вот? Нельзя. Что-то наверху упал, по-моему. Ёлки-палки. Это я здесь надолго, я так... О, внизу свечки, что ли, лечат? Что это такое? Это птички? Это птички. Ладно. Мы не будем ерундой заниматься. Мы будем играть. На улице мы видим, что ничего не видим. Это гараж, что ли, какой-то, или чего-то? Чего? Кто там ходит-то у меня все в доме, ну, в конце-то концов. Главный герой наш. Туда выйти нельзя. А вот это что? Действие в данный момент недоступно. Сюда свечки можно поставить, я так понимаю. Но свечек у нас нет. Заперто вам понадобится ключ с прикрепленным к нему зеркальцем. Психическая стабильность вашего персонажа влияет на ход игры. Так долгое нахождение в темноте может снизить вашу психическую стабильность и повлечь за собой иные последствия. Психическая стабильность персонажа отображается в виде пиктограммы мозга в нижнем левом углу экрана. Если вы отчетливо видите изображение мозга, значит ваша психическая стабильность на критически низком уровне. И с вами может произойти нечто страшное. Пиктограмма с изображением красного облака появляется, когда вы находитесь в стрессовой ситуации, также ведущий к снижению вашей психической стабильности. Понял. Так, это вот кто-то ходит, но в подвал мы не пойдем. Так она была только что погасшая. Паранормальные явления происходят произвольным образом на протяжении всей игры. Научитесь распознавать паранормальные явления, так как они могут замедлить ваш прогресс и катастрофически понизить вашу психическую стабильность. Состояние психики вашего персонажа влияет в свою очередь на количество паранормальных явлений. Короче, чем более мы психически нестаб... Подожди. Это вон та лампочка. Я понял. Take a day off and show your loved ones how much you care about them on this wonderful vacation. On another note, today Прикрепленное we've got a зеркальце. special guest with us, and we're gonna have a lot of fun. Свечи — это стационарные источники света, которые можно зажечь зажигалкой. Если вы попытаетесь двигаться с свечой в руке, она погаснет. Свечи горят достаточно долго, освещая локацию, помогая повысить психическую стабильность вашего персонажа. Я понял, я... Да кто там громыхает все в конце-то концов? Вот сюда вот надо поставить. А как зажечь? А где меня зажигалка? А где зажигалка-то у меня? У меня нет зажигалки. Нет, отстаньте от меня. Бросить. Да! Ой! Да подожди, я не понимаю, как... Как зажечь? Зажечь зажигалкой, это, сука, бляха-муха.
Бросить, уронить. Я в свет иду. Я в свет иду и стою здесь, пока у меня не погаснет мозг. Чтобы, не дай бог, у нас не было какой-то этой психической активности, этой расстройств не было никаких. Прекратить изучение. Меня управление немножечко доставляет. Оно сложное очень. Ой, нет. Не надо. Главу, говорит, вы начнете новую. Да ну ни хрена себе. Зачем мне новую главу начинать, если я это самое... Если я это еще не закончил, правильно? Правильно. Свечки? Я не понял, как свечками пользоваться, потому что свечки... Зажигалка горит. У меня зажигалки-то вовсе нет. У меня есть только вот этот, как его... свечка у меня есть. У меня есть свечка и страшные звуки вокруг меня. Блин, больше... Открой. Тут больше нет ничего. Угу. Взяв предмет, вы в новую главу. Вы начнете новую главу. Нет, я не хочу новую главу начинать никакую. Я хочу просто походить по дому и поискать что-то. Тут тоже нет ни хрена. Подожди. Вот здесь вот светло. Давай здесь будем испытывать эту. Поставил. Правое удерживать, используя зажигалку, зажечь. Брось сменить руку. Как я, сука, за... А у меня нет зажигалки-то. Какую зажигалку использовать мне нужно, если у меня нет зажигалки? Ладненько, пойдем. Я нашел там. Не шебуршись. Да почему звук-то у меня рядом со мной ходит? Сюда можно поставить свечи. Я ставить свечи научился. Мне нужно научиться еще это. Зал прогресса. Этот зал своего рода выставочная витрина предметов, символизирующая ключевые этапы игрового процесса. Предметы будут попадать вам в руки разными способами, включая завершение главы. По мере нахождения этих предметов они будут автоматически появляться в зале прогресса. Я рад, что они будут появляться в зале прогресса, осталось только понять, как... Угу. На превьюшку вот эту поставлю. А что за звук-то был? Он наверх смотрел. Ты давай мне здесь не дури, блядь. А ничего, что у меня вообще как бы это, блядь, выключатели сами тут работают, это... Что за магия такая? Взаимодействует. Здесь это похоже на некую подставку под что-то, на ней ничего нет. Но я знаю, что здесь нет ничего. И понимаю, что здесь что-то должно быть, но, блин. Ладно. Эта дверь заперта, эта дверь тоже заперта. По телефону нам позвонили и сказали, что вот ебись как хочешь. Хватит за мной ходить. Я сам хожу за, сам за собой, потому что эта дурость, блин, вот звук какой-то странный. Я вот иду и в левом ухе иду. Сейчас иду в правом ухе. Зачем они так сделали звук, который не подо мной, а рядом со мной ходит постоянно? Я не люблю такие игры, как заляпанное стекло. Помыть, что ли, не судьба была, но в конце концов. Бутылки, банки. Пока смысла игры я не понимаю. Я так понимаю, мне просто нужно ходить и что-то делать. В подвал можно было бы сгонять еще. Мы в подвале не были, да? Пойдем в подвал. Хули нам еще? Бесстрашно-то. А. Семен. Семена нужно найти. Существует два типа предметов. Ключевые и динамические. Динамические предметы хранятся, поверь, возможности в вашем динамическом инвентаре. Все они, как правило, одноразового использования. Ключевые предметы играют важную роль в игровом процессе и хранятся в вашем ключевом инвентаре. Я понял, понял. Но зажигалки у меня так и не осталось. Вот нет мне этой зажигалки. Может быть, она там где-то лежит. Может быть, она вот здесь вот где-то валяется. Зажигалка-то. Свечка-то здесь была. Зажигалку тут можно тоже найти. Ладно, давай ключик возьмем. Взяв этот предмет, да, я хочу. Ура, я нашел ключик с зеркальцем. Сохранить.
Глава Долорес, сон разума. Наконец-то мы, может быть, что-то пройдем. А, ключ у меня есть, зажигалки так и нет. Потому что... Почему? А потому что. Так, сюда нам не зайти, нам зайти только вон туда. Где-то зажигалку-то можно было бы дать хотя бы, ну. О. Че у нас тут такое? А? Зажигалка здесь-то может быть? Зеркало что-то тут. Ну, ёб твою налево. Откройся. Кто придумал этим перетаскиваниями дел? Перетаскивание, открывать двери. Трупака найдем, нет? Странно. Ой, блядь. Ой. Че их два-то, блядь, выключателя на одно и то же? Взаимодействие. Взаимодействие нам никакого смысла не принесет, потому что свечей-то у нас и нет вовсе. Ну. Может быть, здесь есть свечи какие-нибудь, ну? Свечи, ладно, свечи пофигу. Нам нужны не свечи, нам нужна зажигалочка. Нам нужна маленькая зажигалочка, которая будет зажигать нам наши маленькие свечечки, чтобы, блин, хоть немножечко света было в нашем маленьком мирке. Ну, ёб... Открой до конца-то. Почему нельзя сразу открыть? Тут тоже ничего не... О! Ванила, я понял. Поставь на место. Темно, как в жопе. Ничего не видно. Так. А, что нам нужно? Да ну... Да ну вас нахрен с вашими шкафами, блин, не открывающимися. И что я здесь должен прочитать? Эта страница вырвана, вы не сможете ее прочитать. Логично, слушай. Графика. Я не вижу ни шута просто здесь. Вот и все. Да ёшкин ты кот, ну... Спасибо, что хоть немного... Откройся. Не вижу ничего. Я ничего не вижу. Я не вижу вообще ровным счетом ничего. Как я должен в это играть? Где зажигалка? Мне нужна... Нет. Мне не это надо. Мне нужна зажигалка... О, таблеточки. Таблеточки, наверное, для того, чтобы психическую стабильность эту выравнивать. Они критически важны для вашего выживания. Когда ваша психическая стабильность достигает критически низкого уровня, восстановить ее можно только с их помощью. Угу. А чё, нельзя, что ли, её взять в руку? А почему в инвентарь-то не положить? И нахуй я их съел? Ты дурак? Так, подожди. Подожди, вон там есть свечка. Страшно. Очень страшно, мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Хватит ходить. Может быть, можно как-то ее зажечь, чтобы она это самое? М? Но это получается какая-то глупость. Гениально! Я таблеток нажрался. Вместо того, чтобы поставить свечку, сука. Можно убрать из рук вот это вот дело? М? Спасибо. Я вообще сейчас не понял, не могу разобраться с этим инвентарем и не могу разобраться с управлением. Не могу разобраться вообще, как с этим, в это играть. Поэтому первая серия, видимо, будет как бы направлена на то, чтобы разобраться с управлением. Меня пока еще ничего не пугает, меня просто пугает то, что я не могу понять, как играть в это. Ой, нет, это мы зажгем. Сюда мы попасть тоже не можем. Да, мы сюда не можем попасть. Мы можем попасть в какую-то дверь, которая там с зеркальцем с этим. Ну? Я человек простой. Вижу кнопку... Ой, эту... Ключик с зеркальцем, а открываю двери. Только, блин, открывай бы быстрее. Меня прям раздражает это. Я тяну тут через весь стол. Чего? А где выключатель-то? Сука, это был выключатель, да? Не. Мы поставим вот тут... Погреемся, так сказать. И... Ну.
Пропадай уже, ну. Спасибо большое. Да, конечно, да. Правильно, блядь. Чё здесь все опечатано-то? А зачем я сюда зашел, если тут нет ничего? Страх какой. А где она? Подожди, блядь, где я есть? Она что, уехала, что ли? Просто взяла и уехала? Классно. Че я могу сказать? Здорово, блядь, зеркало потеряли. Почему нельзя сразу применять? А, вот оно где. Я понял. Такая муторность, блин, с этими управлениями. Да кто ходит там рядом со мной? Сейчас произойдет, потому что, знаешь почему? Потому что вот постоянно что-то рядом со мной все больше и больше шевелится. Куда мы должны теперь идти? Вот в чем вопрос. Нет, это не то. Позвонить могу кому-нибудь? Алло, тут какая-то хренота происходит. Ребят, помогите. Банка, банка, банка. Зажигалки, нет, зажигалки. Курил же ведь наверняка, ну в конце-то концов. Ну найди зажигалочку-то здесь. Должна же быть где-то зажигалка. Ни света, ни зари, блин. Ничего нет вообще. Одни книжки, нахрена тебе столько книжек, если ты все равно попёрся сюда. Именно сюда. Если бы ты был умным и начитанным, значит ты бы не пошел бы сюда. Ты бы знал, как все заканчивается. Да ну заканчивай. Ерундой-то это и заниматься. Не бьются, понятно. Зажигалки все по-прежнему и нет. Зажигалка должна быть где-то здесь. Вот пепельница. Вот пепельница. Да, блядь, брось ты ее в конце-то. Почему нельзя просто взять и уронить ее, ну, в конце-то концов? Знаешь что? Вот что я тебе скажу. Это классная игра по атмосфере, по своей, по вот этому, по красоте. Но в том плане, что это вот ужасно сделано, вот это управление. Управление и смысл самой игры, вот это вот, блин. О, свеча. Это здорово, только чем мне ее зажигать-то? А другой нельзя зажечь? Используйте зажигалку, чтобы зажигать свечи. Спасибо за совет, дружище. А то бы я без тебя не знал. Нельзя, понятно, я понял. Ладно. Мы этой ерундой будем заниматься потом. Так, у нас здесь ничего не появилось. Что-то в крови что-то все. Непонятно, блин. А для меня не ясно сейчас одно. Я играю уже 20 минут. 20 минут. Хочу заметить, 20 минут. Это, блин, ничего себе как долго. Но никакого смысла от этого я не получил. Я просто хожу по дому. Ничего вокруг, ну как бы, происходит. Вот зеркальце пропало, все дела, но больше-то ничего. О, дверь открыта. А, я туда, может, и... А, может, я туда и заходил? Привет. Не, оставь. Так тут нет ничего, я же сбоку подошел. Чё там? А чё это такое-то? Ну и ладно. Не виси давай. Зажигалочка-то, может, здесь хоть найдется, нет? Интересно. А, там так это все дело и стоит? Это зеркало, что ли, там стоит? Да не подвисай ты. Ну, не виси. Ключ нашел, я ключ. Молодец, я ключ нашел, а зажигалка-то где? Я надеюсь, что здесь будут только скримаки и ничего более. Блин, вот это вот весеннее постоянное.
Хотя 50 FPS, это я не знаю из-за чего это. То есть кадр... А, 16 кадров пропадает постоянно, да, и все. Это, видать, из-за телевизора. Мне кажется, если телевизор выключить, то будет гораздо лучше. Но я телевизор выключать не собираюсь, потому что это для моей же безопасности. Для моего, так сказать, психологического здоровья. Мне кажется, некомфортно играть, когда у меня все дергается. Да кому было бы комфортно играть, когда у него все дергается? Это ребенок чей-то. Кто там пылесосит, ну? Заканчивай. Все. Нет, это не из-за телевизора, это просто так, ему захотелось повисеть. Видак. Можно смотреть видеокассеты. Где мне найти эти видеокассеты? О, еще шкаф. Еще шкаф, но шкафу... шкаф это не откр... Я не понимаю, из-за чего он висит. Висит он, видимо, из-за того, что он может висеть. Других причин никаких нет. Заблокировано, удерживать. Так, нам нужно наверх, значит, подняться. Пойдем посмотрим, кто там пылесосит. Здорово, зеркальце. Скажи. Отображает некую комнату в доме. А что, попасть туда нельзя? И чё? Отображает и отображает. Пусть отображает, сколько влезет ему. Чего там? О, ни хрена себе. А я у фонарика стою. Ручка в недосягаемость. Надо палочкой, палочкой, палочкой какой-то. Все, лампочку включил. Еще бы не висело вот это все. Почему он висеть начал, блядь, внезапно? Вот просто мне непонятно. Свечку можно сюда поставить. Свечка это здорово, но зачем мне сейчас это место, куда можно ставить свечки, если у меня нет свечек? Изучить. Я нажимаю изучить, а он не изучает, прикинь. Он не изучает. Он все, он уже больше не хочет ни на что нажимать. О, свет появился. Ничего себе. Опять что ли? Закрыли. Там кто-то ходит постоянно, оно меня прям нервирует, блядь. Хорош там ходить, елки-палки, от тебя потолок весь сыпется. Дурило. Ух ты ж, ни хрена себе, тут препаратов-то. Это что? Это туалетная бумага, она мне нахрен не уперлась. Это что у нас такое? Это паста. Это ибупрофен. Это от болей. От болей. В животике там, еще где-то. Так, это можно что-то выпить, чтобы легче стало мне? Нет. О. Нет, это не то, что мне нужно. Мне не ясно одно. Как я должен здесь что-то увидеть? Блин, вообще ж ничего не видно. Ладно, ничего не видно. Не видно ничего вообще, ничего не видно, понимаешь? Это что вот за свет должен был быть? А ничего, это не свет, ни хрена. По моим предположениям, на этом серию нужно закончить, блин, чтобы... в следующей серии по-нормальному сесть и продолжить. Я не понимаю, почему висит. Фризит игра до 40, до 30 FPS проседает. Прям резво, прям берет и проседает. И вообще без... Ой. Ей вообще без разницы, блин. Ну, что-то происходит, не происходит. Вообще ж ничего не поменялось. Кроме открытой новой комнаты. И просто взял и начал провисать. И никому не важно вообще, что там ничего не происходит лишнего, нового. Ну, открой ты, пожалуйста, уже, ну. Угу, ничего нет. Для меня не ясно, что здесь нужно делать. И для меня не ясно, что здесь можно делать. Это очень большой хоррор. О, качается. Я не очень люблю большие хорроры. Знаешь, из-за чего? Из-за того, что они... Как это сказать? Они имеют какой-то смысл. Блин, я люблю побегать, поорать. А не по вот этой вот херней заниматься. Нет, это выключить свет вообще, что ли? Его и так здесь нет. Опа, свечка. Используется зажигалку. Блин, нет зажигалки, дружище. А,
А, вот, кресло откачается. Где-то здесь. Что здесь у нас? Ни хрена нет, да? О, детская какая-то. Где? О, здорово! Нет. Привет, куколка. Что здесь можно сделать? Я просто сейчас в таком этом... в непонимании просто реально, что здесь нужно делать. И как бы вроде меня уже даже ничего почти не пугает. Как, нет, меня, конечно, пугает все это до сих пор, но ну, напряженная обстановка, у меня даже переносится болит. Джон и Ми. Это педофил что какой. Напрягает атмосфера, вот это все скрипит, качается что-то. Но, типа, как это сказать... Я сейчас больше занят тем, что думаю, что делать здесь вообще. И как здесь быть. И почему у меня все фризит. Вот о чем я задумываюсь. Открой быстрее эти двери, меня бесишь. Может быть, где-то здесь я найду зажигалку в конце от концов. Сесть. Че так тяжело-то посмотреть. Опа. Ну и все. И чё, напугал меня, блядь, думаешь? Ты думал, меня просто так, что ли, возьмешь? Блин, пивасик он, конечно, любит. Я прям не могу. Так, мне бы это дело обойти. Смотреть, что у нас здесь. Ключики. С электрическим символом. Видать, от щитка от какого-то. У меня же голова болит от наушников, блин. Вот что, меня больше напрягает именно это. Меня не напрягает то, что в игре происходит даже практически, а меня напрягает больше, что делать мне вот в этой игре. То есть у меня уже болит голова, у меня уже болит... болит все, потому что... Потому что... Не, ну ты дурак. Я включаю для того, чтобы ты выключал, что ли, ну? Проказник. Вот тю-тю, блин. Я теперь скажу, как надо делать. Книжки какие-то. Ну, открывай. Эти открывания долгие. Блин, это, конечно, невыносимо. Еще и висит. Я это, конечно, не замечаю периодически, но это, блин, все равно мешает. Внизу мы давно не были, да. О! Мужик, блядь! Ты что тут ходишь-то? Это мой дом. Не загорается, прикинь. А ничего, что ты, блин, мужик, не в мне, не в своем доме, не? Ты что тут ходишь-то просто так? Где свет весь? Это вообще не дело так вообще ходить-то по моему дому. Ну? О, свет вернул. А, это здесь вернулся свет. Здесь его как бы это и не пропадало. Я думаю просто, что здесь нужно заканчивать уже, потому что, ну, это надолго. Это долгая игрушка даст. О, здесь можно свет еще включить. Висит, конечно, фризит все люто. Что-то моргает, что-то... Короче, свет больше не работает, я понял. У нас есть вариант дойти вот до сюда, потому что мужик пришел сюда. И он уходит все время от меня вон в ту сторону. Это не дело, мужик. Знаешь почему? Потому что это мой дом. Так, и чё? И все, блин, а куда он ушел-то? Эта дверь закрыта. О! О! Это хреновиной можно это открыть. Наверное. Нет? Или что это? Или сейчас кто-то воткнул что-то? Такого не было же ведь. Крюк, да. Этим крюком можно открыть сверху этот чердак. Чердак можно открыть.
Багор мы нашли. Да, сохранить. А давайте мы на этом закончим, потому что... Потому что... То, что уже фризит, уже надоело, уже голова болит. И в следующей серии мы обязательно продолжим. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями, комментируйте. Всем до встречи в новых видео, в новых сериях. Всем пока.